Доброе утро. Слева. Да что вы? Расскажите, что любят девочки? Косметику, цветы и конфеты. Да? Нет, да. Это еще не весь подарок был тебе. Да? Дети тут уже решают, что будут мне дарить. Нет, мама, это я тебе только один подарок рассказал. Угу. Конфеты это на потом. А хочешь тебе помочь? Да. Ну, конечно, поворачивайся задом. И я еще тебе... Я рассказываю. Впереди сам поправляй. Так. А потом скажем, мы уже решили, что мы будем дарить. Что я еще несу? Мы накопили денег, да, специально? Да, и новый стул. Да? А этот белый... Да, выкинем. Он уже весь подёртый, разорвался. С папой мы купим новый стул. Розовый. Ура, у нас тут солнышко светит. Сейчас будем с Григорием завтракать. То есть котлетка тебя не устраивает для бутерброда, да? А можешь мяско? А вон котлетки. А мяско? Какое мяско, Зай? Ну я сейчас жарить не буду. Я варю кашку себе. Овсянку буду где-то, у меня вчерашнее меню, потому что я его почти не доела. Вот. А здесь должна быть овсянка с сыром и с бананом, но я сделаю себе просто овсянку и съем еще 1,5 кусочка пиццы с морепродуктами, потому что Гришка ее все равно не будет, да? Нельзя, тебе нельзя. Не понравилась? Калорийность лишняя. Да, тебе не понравилась пицца, да? С морепродуктами не понравилось, а мне очень понравилось. Поэтому Григорий тут свой бутерброд, сыр. Готово. Да, а вот это будешь. А здесь котлета с гречкой. Вот. Все, мой завтрак готов. Кашка и пицца. Ура! Завтракаем. Наслаждаемся солнышком. Мамуля, привет. Ты уже привет. В строю? Да, я в строю. Хорошо, ты скучала? Конечно. Руки чесались? Да. Я уже складываю вещи, наснимала здесь аж две стирки, светлая и темная. Сейчас все складываю, потому что вещи, честно, так быстро сохнут, потому что ветрюган там неимоверный у нас, прям очень сильный. Я, как всегда, открываю себе вид на цветы и буду складывать белье, наслаждаться видом. Но ветреным, ветреной погодой. Антошка поел. Ты все наелся? Я да. Я не хочу как папа вот таким быть. Или дедушка. А каким ты хочешь быть? У меня форма. У меня форма. У тебя форма? А я сейчас доедаю. У меня меню, как и вчера. Вот сейчас все салат отложила. И макарошки варю. И всем... себе бантики. Антош, дедушка приехал. Это, ну, меренги можешь купить. Мама! Я маму украла. А, пешком? Я кушаю салат, который вчера, ну, я, получается, только обедешнюю порцию доела, а ужин остался. И я, в общем-то, решила, что я его тоже сегодня доем. Просто еще на ужин немножечко там котлету, может, свою съем там, да, чтобы добавить калорий. В общем, вот этот салат с бантиками. Он очень вкусный, курица вареная, фасоль. Ну, она, конечно, на любителя, но вот мне она вкусная. Сыр, помидорки, я еще зелень, естественно, тут кинза у меня, укроп и петрушка, йогурт и горчица. В общем, такой интересный салат. Вот сейчас буду обедать. Так, телевизор я выключила. Все, мы на сегодня повязали до 3 часов. Щавель у нас. Сегодня после обеда был только щавель. Мы прям в перчатках. Мама тут накупила перчаток. Кинзу особенно, вот обычные медицинские. Потому что от кинзы выделяется какая-то... Что-то выделяется, у папы потом аллергия на руках. Да, Марсело мой. Сейчас будем загружать. Антош, ты написал? Я сейчас. Давай. А вот здесь надо было
писать, где мы это писали. А-а-а. Вот здесь вот у меня вопросик. Угу. Понятно. Ну давай, пиши. Я сейчас начну уборку. У меня сегодня по плану убраться в детских комнатах. Это вот в Гришкиной. Здесь в игровой и там еще в спальне. Постельное я сегодня все перестирала у детей, вот все сняла. Сейчас оно сохнет на таком ветру, надеюсь, все быстро высохнет. Так, все, Антох, отходи, давай. Это что? Не знаю. Отходи, а я... Давай, Антош, у тебя времени мало, тебе еще на танцы, давай. Сына. Гришкина готова, тут у него, конечно, под кроватью был экшен. Думала заснять, но думаю, блин, не буду позорить сына. Но могу сказать, вот это вот целый пакет, это вот из-под кровати. То есть там был вообще капец. Ну все, пыль протерла, здесь все его грамоты, кубки, все расставила. И это такие пылесборнички. Вот там все, красота. Идем дальше. Сейчас пойду здесь в детской спальне, а потом уже в игровой. Сегодня вот у меня по плану убрать в детских. В детских тоже постельное я перестирала, оно уже сохнет. Сейчас здесь буду тоже все под кроватями пылесосить, вытирать. И окна, и люстры еще нужно тоже протереть, эти плафоны. Батарейки, походу, стали. Просто за ними я лично не слежу за часами. Не знаю, Антоха понимает, не понимает. Ну, вот, убираем. Я еду за загранпаспортом. Афонин загранпаспорт сразу не напечатали. Я прям чуть ли там не поругалась. Ну, блин, 150 раз ездить. Не знаю почему, хотя сдавали все в один день, но почему-то чуть позже. Но ничего страшного, сейчас еду забирать Афонькин паспорт. Все готово, пришел. Работники, дорожники делают, видите, вокруг каждого столба прям будет у нас теперь бордюр. Так вот. Все, я уже Афонькин паспорт получила. Все быстро, и стоянки много. В общем, все сошлось. Уже одуванчики покосили. Там тюльпанов столько красивых. Слушайте, ну не могу я пропустить небо. Сейчас скорая проедет. Посмотрите, какое оно красивое. Не знаю, видно ли вам, как там лучи пробиваются. Просто... Все, как я люблю. Посмотрите, здесь темное, здесь светлое. И эти лучи. Вот кто к нам приехал? Колясик? Топ-топ? Коль, помаши, привет. Привет. Уйди, мой красавчик. Мам, на луки подбери. Так, расскажи, Афоня, куда ты собрался? Путешествие вот на них, а них, да чё тебе? Да? А что тетя Вера сказала? Нужен загранпаспорт тебе, да? Да, и мелочи сделать. Да, и теперь можно путешествовать? А почему у нас грязное зеркало, ты не знаешь? Это что, Коля здесь только что обидела? Да, да, да. Не надо поднимать, сына, он же тяжеленький. Пойдем туда, посмотрим, что там Зоя делает. Поднимай его, скажи. Пойдем, Коль. Что там эта девочка делает? Я на рыбалку. А я же тут сделала перестановку. Сняла вот белье, надо будет одевать. А вот перестановка. Теперь у Антошки так стол будет стоять, да, сынок? Да. Афонь, пожалуйста, подними рубашку Антону. Помажем перед сном. Так вот надо убрать. Давай. Так возьми ты его на руки уже. Да? Мама купила, значит, хлеб, бариллу номер один, куриную бедрышки, помидорки. Это тунец. Это что? Авокадо. Тунец. Сыр, перец. Немного тунца. А это мамина сахарная пудра. Сахарная пудра забита. Ага, тут вот такие еще эти.